Очень часто спрашивают, почему еврейский мессианский библейский институт. Скажу очень просто. 22 года назад Господь позволил, чтобы мессианский еврейский библейский институт начался в Одессе, Украина. Тогда это была диковинка, что-то особенное, новое. По причине того, что не было интернета, как сегодня, и развития образовательной системы в интернете, тогда было интересно приехать в MJBI. То, что мы преподавали, это была открытая, истинная, такое простое Евангелие в вкусе еврейского народа. Тогда люди приезжали, смотрели, и вы спросите, а что же сегодня? Что сегодня MJBI? Мессианский еврейский библейский институт. Это тоже институт, который приготавливает лидеров для еврейского служения еврейскому народу. Для тех, кто жаждет видеть народ Божий спасенным. Это люди, которые стремятся познать Бога, познать Тору, Писание, углубиться. Вопросы, конечно же, у каждого есть. Ведь почему MJBI такой особенный? Мы не особенные. На рынке образования сегодня очень много предложений. Сегодня можно учиться в интернете и иметь полное осведомление о традициях, праздниках Господних. Можно набраться терпения и пройти онлайн полностью образование, и ты поймешь даже чуть ли не как делать раввинистическую агаду, или же молитвенник, или сидур пройти. Но вы знаете, для меня MJBI – это встреча с Богом. Время, когда мы, студенты, преподавательский состав, имеем целью, чтобы люди вживую переживали не только учение и образование, ответы и вопросы от учителей, но также глубокое поклонение, молитву, хвалу, душеупечительство. Помочь молодым людям вживую приобрести то, что можно в практике применить там, где это возможно. В первую очередь это среди русскоговорящих общин или церквей. Если вас Бог призывает в Европу, там открываются тоже возможности. По этой причине мы открыли в Варшаве наш филиал, который будет иметь европейский сертификат. Почему Одесса? Почему не другие города? Я верю, что это Божье время. Я верю, что это Божий город, который Бог предусмотрел к изменению. Я верю, что это время для MJBI и для вас учиться. Я приглашаю вас в Еврейский мессианский библейский институт.